без сахара на радио BA. Ну а сейчас есть еще одна возможность выиграть отличный подарок. И там даже не один подарок, а целый набор. Белорусская молодежная общественная организация «Спасатели пожарных» отметила 20-летие. Этому событию будет посвящена наша викторина. Причем очень быстро мы сейчас, я уверен, с вами на вопрос ответим. Но перед тем, как викторина проходила, в стране прошла акция «Молодежь за безопасность». Чуть позже о ней расскажу. Ну а сейчас давайте непосредственно о вопросе, который связан с этой организацией. Кто изображен на эмблеме? На короткий смс-номер 104.6 или в телеграме радио, _BA, нужно просто очень быстро прислать нам одну цифру. И подарок от молодежной общественной организации «Спасатели пожарных» — это рюкзачок, это плед и там еще такие ну, милые что ты мелочи. Ты так говоришь, рюкзачок, там большой рюкзак, там большой плед. И вот разные мелочи, это ты правильно сказал, но очень полезно. Итак, что на эмблеме организации? Варианты ответа. Первый – спасатель в боевой одежде. Второй вариант – активисты молодежной общественной организации. Третий вариант – рыцарь. Четвертый – пожарная каска. Ждем ваши варианты. Кто будет первый, тому и вручим подарок. Ну а теперь о том, что уже ребята сделали. Ну, во-первых, провели акцию «112 добрых дел», помогали пожилым людям, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, людям с инвалидностью и ветеранам Великой Отечественной войны, занимались заготовкой дров, уборкой домов, прилегающих территорий, устанавливали пожарные извещатели. Ну и осенний бал юных спасателей с 13 по 15 октября, он по всей стране проходит. Ну а сейчас вопрос... Был? Да, вопрос был. Ответ. Уже очень и очень много прислали наши слушатели. Спасибо вам большое за участие. Но нужно назвать победителя. Он должен быть один, как горец. Да, в конце останется только один. Итак, Катя С., мы вас поздравляем. Вы были первой. Рыцарь изображен на эмблеме Белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных». Вот тот правильный ответ, которого мы ждали. Есть у нас победитель. Ну, а мы, в свою очередь, молодежную общественную организацию «Спасатели пожарных» с юбилеем поздравляем и юных спасателей, и тех, кто состоял в этой организации.